Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении чиновникам Одесского городского совета в деле приобретения бывшего аэродрома «Застава» по завышенной стоимости. Об этом сообщает интернет-издание «Слово и дело». Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении трем чиновникам. Директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектору, руководителю юридического департамента Инне Поповской, главе комиссии по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю, а также директору частной авиакомпании «Одесса» Андрею Верченко. Речь идет о финансовых махинациях при покупке земли под бывшим аэродромом «Застава-2» под предлогом увеличения территории западного кладбища. Еще в 2016 году Одесский горсовет приобрел более 6 тысяч метров квадратных за 142 миллиона гривен. Следствие же выяснило, что цена этого участка составляет всего около 15 миллионов гривен, а цену завысили почти в 10 раз. По данным НАБУ, в результате сговора из бюджета Одессы был украден 131 миллион гривен. Городским чиновникам и директору авиакомпании грозит лишение свободы до 12 лет, конфискация имущества и запрет занимать ряд должностей. Согласно части 5 статьи 191 «Присвоение средств» Уголовного кодекса Украины. Как известно, Спектор и Шкрябай уже являются обвиняемыми по делу растраты более 92 миллионов гривен Одесского горсовета на покупке здания обанкротившегося завода «Краян». Кроме них, обвиняют в растрате городского голову Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других.